7-5-летний мальчик смог спасти жизнь себе и двум младшим сестрам. Дети были дома одни, когда почувствовали запах гари. Старший брат догадался набрать телефон экстренных служб. Трое детей, мальчик 5 лет и его 3-летняя и годовалая сестренки, были заперты в частном доме. С родителями связаться не смогли. Мать повела старшую дочь на танцы и планировала быстро вернуться. Отец семейства был на работе. Полицейский и диспетчер службы спасения все это время держали связь с детьми по видео. Малышам подсказали открыть окно, чтобы проветрить комнату. А прибывшие спасатели взломали двери. Детей отвезли в больницу. У них отравление угарным газом легкой степени. По предварительной версии, в доме была неисправна печь. Прибыл на место, дети дома были одни. Говорил с ними и успокаивал через окно. Действительно, чувствовался запах гари. Я сразу вызвал пожарных и скорую помощь. При понятых дверь открыли и детей передали медикам. К этому времени со старшей дочерью подошла мать детей. С ней была проведена беседа.